А сегодня мы с вами приготовим очень простой и очень вкусный салат. Для этого нам понадобится сыр обычный, куриная грудка, лук репчатый, яйца, помидор, уксус или 6-9% и майонез. И все. Поехали! А мы поставили вариться курочку и яйца. За это время мы подготавливаем другие ингредиенты. Начинаем с репчатого лука. Почистили и порезали. Резать вы можете, как вам больше нравится. Можете колечками, полуколечками или так, как я. Пробовала я делать и колечками, но мне не очень нравится, когда из салата, салат у нас будет слоеный, тянутся какие-то вот такие вот луковые кольца. Поэтому вы уже тут по своему вкусу и усмотрению. А еще маленький нюанс. Этот лук мы будем мариновать в уксусе. 9% уксус. Изначально в рецепте он идет не разбавленный. Но я пробовала, и мне показалось, очень рисковат лук получается. Я делаю пополам воду, пополам 9% уксус. А вы уже как хотите, как вам нравится. Вот, поставим наш лук мариноваться. А тем временем мы натерли сыр на мелкой терке. Яйца мы натерли на крупной терке. Курочку режем на небольшие кусочки поперек волокна. Помидоры порезали на небольшие кубики. Ну, к сожалению, у меня не супер-пупер помидор. Как-то что-то так получилось. Ну, на вкусе это не отразится, я вас уверяю. Поверх майонеза мы положили маринованный лук. Мы положили натертые яйца. И сверху сделаем сеточку из майонеза. Тертый на мелкой терке сыр. Сверху будет опять сеточка из майонеза. Тоненькая сеточка. Вот так вот. И сверху мы разложим кусочки помидор. Сверху можно немножечко поперчить черным перцем, как сделала я. Солить не надо, потому что там майонез соленый. Вот такой вот наш салат. Любимый, готов. Это один из любимых салатов моей дочки. Она у меня, честно говоря, привереда в еде. Чем мне еще этот салат нравится, что все ингредиенты можно подготовить заранее, а собрать уже непосредственно в тот день, когда вам это будет нужно. Попробуйте, приготовьте, может, и вам тоже понравится. Приятного аппетита!